Школьники младших классов сегодня посмотрели, как работает скорая помощь. Для учеников начальной школы провели ознакомительные занятия и рассказали о всех этапах от поступления вызова до выезда бригады. Первый пункт экскурсии – диспетчерская. Здесь одновременно могут принимать до 7 вызовов, но это казалось не самым интересным. Ажиотаж у детей вызвала работа координаторов, ведь у них на мониторах можно отследить движение всех бригад в реальном времени. Заинтересовал ребят и автомобиль скорой помощи. Дети включали мигалки, говорили в рупор и даже пытались оживить манекен, ставили ему капельницу. Также детям рассказали, как работает дефибриллятор. После такой экскурсии немало ребят захотели стать врачами. Мне понравилось там, где вызывают скорую помощь, и первый отдел передает другому отделу, и еще компьютер, где ложные тревоги и серьезные тревоги, и эта машина.